Под молодой семьей понимается молодой возраст молодых семей каждого из супругов, а если это не полная семья, то одного родителя не должен превышать 35 лет. А должны основным условием претенденты отвечать как бы три основных условия. Это возраст супругов, не превышающий 35 лет. Это молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. И третье условие, у молодой семьи должны быть собственные накопления, либо возможность взять ипотечный кредит в размере 65% от расчетной стоимости жилья.